Гонки на выносливость – это не только Лиман и СПА. В Подмосковье и Казани тоже проводятся марафоны, и первый из них стартует совсем скоро. Участие в нем снова примет команда Московского политехнического университета FDR Moscow, которая год от года совершенствует свой прототип «Феникс». Шасси, собственно, было разработано и создано здесь нами вместе с Игорем Васильевичем. Вот, из покупного российского производства это двигатель. Вот, и то, что самый большой, наверное, узел-агрегат, который покупной, это коробка передач «Садиф». Она французская. Двигатель на «Фениксе» доработанный вазовский. Для сохранности ресурса его дефорсировали с 340 до 250 лошадиных сил. Напомним, что гонка в Russian Endurance Challenge длится 4 часа, и запасного двигателя просто нет. Новая система выпуска двигателя, нужно его настроить, откалибровать. Это такой, в общем, понятный вызов. И самый серьезный, наверное, вызов сегодня – это у Russian Endurance Challenge новый партнер шинный, Michelin. А мы с этими шинами никогда не работали. Ко второму этапу рек гонки в Казани разработанный в прошлом году углепластиковый кузов заменят на новый – стеклопластиковый. А все потому, что «Феникс», соревнующийся сейчас в классе прототипов, строят с прицелом на Лиман. Правда, для начала его нужно научить стабильно ездить. Как только будет понятно, что все сложилось, можно делать следующие шаги, тогда можно уже думать о Лимане. Первый этап российского чемпионата состоится на Moscow Raceway 24 августа, второй – на автодроме Казань-Ринг 22 сентября.